Добро пожаловать на канал «Чудесный огород». Октябрь месяц и самое время приготовить вкусное, а самое главное полезное блюдо или десерт из тыквы. Для этого нам понадобится тыква 400 граммов. Я ее предварительно помыла, убрала кожицу и серединку. Нарезала произвольно на кусочки. Возьмем грушу, одно кислое яблоко и одно сладкое. Еще для вкуса добавим изюм. Можно положить любые сухофрукты. В блюдо можно вносить изменения, добавляя больше груш или яблок по желанию. Так как тыкву с фруктами будут кушать дети, то добавим 1,5 столовой ложки сахара и 0,5 чайной ложечки корицы. Для себя я готовлю это блюдо без сахара, так как тыква и изюм, яблоки, груши имеют свою сладость. Добавляю только корицу. Можно еще добавить порошок имбиря. Тыква нарезана, нарезаем яблоки и груши, удаляем сердцевинку и делим на 4-6 частей в зависимости от размера. Фрукты нарезаны, нам понадобится рукав для запекания, в который мы отправляем тыкву, посыпаем ее сахаром с корицей, после кладем фрукты, изюм и оставшийся сахар, завязываем пакет и выкладываем на лист, отправляем в духовку. Будем запекать при температуре 180 градусов, примерно 30 минут. Все зависит от того, как быстро приготовится тыква. Она должна стать мягкой. Тыква с фруктами запекается, аромат стоит на всю квартиру. Прошло 45 минут, тыква стала мягкой. Вынимаем противень из духовки, оставляем десерт немножко остывать. Аромат непередаваемый, запах тыквы, корицы, фруктов. Выглядит все очень аппетитно. А самое главное, что готовится просто и получается вкусно и полезно. Как приятно осенью побаловать себя и своих близких таким витаминным калейдоскопом, где и сочетание красок, и сочетание вкусов. Такой десерт хорошо употреблять как в теплом, так и в холодном виде. А на сегодня все. Мы благодарим вас за внимание и будем вам очень признательны и благодарны, если вы поддержите наш проект лайками. Вам не трудно, а нам приятно. Оставляйте свои отзывы, комментарии. Будем вам благодарны, если вы в комментариях расскажете, как вы готовите тыкву. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А мы вам желаем всего самого чудесного и прекрасного, яркой осени, отличного настроения, крепкого здоровья и, конечно, богатых урожаев. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.